Добрый день, это видеообзор от компании BestTime. Сегодня мы рассмотрим премиальную модельку Forsinian Air. Итак, по комплектации. Она идет в двух типов коробочек, или более длинная, или более высокая. И та, это фирменная бренда Forsinian, выглядит очень солидно, презентабельно. Также с ней идет инструкция, переведенная на русский язык, и гарантийный талончик с гарантийным обслуживанием официальным от BestTime в течение 1 года. Давайте рассмотрим саму модельку. Вот так она красиво упакована. Итак, в чем особенность этой модельки? Основное ее преимущество — это механизм X-Wind. Как вы можете видеть, это уникальная структура, он полностью прозрачный, то есть вот даже если взять гарантийный талон или любой предмет поставить сзади, он полностью просвечивается, видно. Тут уникальная структура, вы ее можете видеть. И сам механизм X-Wind — это производство Япония. Он ставится только на некоторые дорогие бренды японские и также на Швейцарию. То есть это один из лучших механизмов. И по нашему опыту, скажу вам, за более чем год продажи этой модельки, пока, слава богу, с ним никаких нареканий, жалоб от клиентов не было. То есть механизм действительно надежный. Также он считается одним из самых точных из механических механизмов. То есть допустимое отклонение в нем минимальное. Также большой особенностью этого механизма является то, что часики нельзя завести кнопочкой справа. То есть вы можете видеть, они сейчас стоят, так как новые, и вот этой кнопкой мы их завести не можем. То есть она только выставляет время, и все, и закручивается. Работают они полностью от автоподзавода, вот вы можете его сзади видеть. И по своему опыту скажу, я ношу подобную модельку Forsinian Metal, с таким же механизмом, только с другим дизайном. Проблем не возникает с тем, что они останавливаются. То есть, если даже не сильно активно носить, они всегда работают. Автоподзавод очень мощный, то есть его хватает даже если вы работаете в офисе, не сильно активно двигаетесь, они не будут останавливаться. Могут остановиться только если вы их не носите пару дней, или же вот как сейчас, когда они новые. Давайте покажу их на руке. Выглядит красиво, размер средний, по высоте они идут стандартные, около 1 сантиметра, может быть 1,2. Выглядят очень ярко, то есть они вот, ну, под мою белую рубашку хорошо подходят, в принципе даже под менее классическую одежду тоже будут подходить. По водостойкости. Эта моделька не водостойкая, то есть плавать в ней не рекомендовано. Можно попадать под дождь, можно мыть руки, мелкое попадание воды допустимо, но плавать не стоит, они могут не выдержать. Ремешок здесь идет фирменный Forsinian, видите, с эмблемой Forsinian, со всеми надписями. Жалоб на ремешок не получали, качество нормальное, если мочить не будете, должен прослужить долго. Моделька очень интересная, в первую очередь благодаря своему механизму. Наверное, одна из лучших по соотношению цена-качество из того, что на данный момент представлено в линейке Forsinian. Поэтому мы ее советуем рассмотреть как хороший вариант. Все. А, еще самое важное, не показал, как завести их вначале. Так как кнопочкой справа они не заводятся, просто достаточно секунд 15-20 вот так их потрусить, и этого будет достаточно, они запустятся. А потом, когда оденете на руку, они уже автоматически будут работать от вашей руки. Вот видите, маятник даже мелкого движения уже начал работать. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч!